На территории спортивного комплекса «Сибирский нефтяник» в рамках регионального проекта «Спорт. Норма жизни. Нацпроекта. Демография» продолжается возведение крытого катка с искусственным льдом и зрительскими трибунами на 250 мест. На сегодняшний день на объекте завершены общие строительные работы. Установлены двери и окна в основном помещении. Сегодня мы приступили к устройству технологической плиты ледового поля. Проложено 3,5 километра трубопроводов обогрева фундаментов. Под технологическую плиту ледового поля проложено утепление ледового поля. На днях мы начинаем раскладку трубопроводов на морозке льда. На сегодняшний день смонтирована холодильная установка, сама холодильная машина заводского изготовления. Она находится на объекте, к ней сейчас подходят трубопроводы, подключения. Здесь в здании останется произвести антикоррозийную обработку металлоконструкции, огнезащиту сделать, проложить освещение, трубопроводы, водоснабжение, пожарная сигнализация, охранная сигнализация, инженерные сети. В других помещениях, во входной группе, гараже ледово-заливочной машины, административно-бытовых помещениях идет монтаж металлоконструкций, возводятся перегородки. С мая начнутся работы по благоустройству территории вокруг здания. Крытый каток – долгожданный спортивный объект. Его строительство решит проблему нехватки льда для многих видов спорта. Лед – это, наверное, самое востребованное, что есть из спортивных объектов. У нас все расписано в области до ночи. Очень многие играют и в 12 часов ночи, особенно ночная хоккейная лига. Поэтому, конечно, такой лед в нефтяниках, тем более рядом нету подобных объектов, он снизит нагрузку, он очень востребован и будет пользоваться большой популярностью. Комплекс находится на территории нашей школы Олимпийского резерва. Тут большой спортивный кластер, есть несколько спортивных объектов. Это и манеж легкоатлетический, это футбольное поле, это бассейны. И как раз для подготовки спортсменов по отделению шорт-трек мы думаем упор сделать именно на этот вид спорта в данном объекте. Все работы строители планируют завершить к сентябрю этого года. Первых посетителей новый каток примет зимой.